Кто сломал? Поршень. А вот диффузор. То есть он цепной только на противне, да? Ну, фото. А дальше у нас это что делает? Укладка стаканчики. Стаканчики. Сначала стаканчики. Вот этот укладывает стаканчики сюда, а эта машина уже депозитор отсаживает. Достаточно новая сюда. А она отсаживает с начинкой, с шоколадом сразу, допустим, или с вишней. А, у него фракцию спрашивают, я без понятия. Ну, в общем, короче... Скорее всего, да. Раз маффины осаживают. Маффины, да. С изюмом, шоколадом. Вот такая интересная машина представлена от компании Yufeng. Фракция есть? Можно там шоколадки, орешки, что-нибудь такое? Вот такой вот дозатор начинки стереотчатый. Меняется просто местами. И дальше вы дозируете другую начинку. Какой вам удобнее. Очень удобно и легко. Компания Yufeng находится в районе Гуанчжоу, занимается производством сладостей, таких десертов, как пончики, донатсы, берлингеры, такие вот машины. Но это совсем ручная машинка, прямо отсаживается в жир, причем механическая, не ручная. И здесь после выпечки выходят готовые изделия. Это походу прижимной транспортер, чтобы сразу придавить пончик, чтобы он полностью погрузился во фритюр. И отсюда уже выходит. Кстати, очень хорошая идея для...